Скумбрия соленая в домашних условиях. Это очень простой рецепт вкусной закуски. Рыба получается очень нежная, малосольная и пряная. И кроме того, это очень удобный способ засолки, так как можно хранить скумбрию в морозильной камере и доставать по мере ее необходимости. Готовим! Всем добрый день, спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я буду солить скумбрию с чесноком. Скумбрию у меня в семье все любят. Давайте готовить. Мы ее сейчас ее промоем, пропотрошим и разделим тушки пополам. Вот у нас вторая тушка сделана. Ребрышки, косточки все выбранные. Сейчас мы будем ее солить. Тушки наши готовы, скумбрии. Чесночок порезан на дольки. Нам нужно 2,5 ложки сахара, 2,5 ложки соли. Обязательно перец молотый. У меня здесь разный он есть. Сухой укроп и сухой немножко чесночок. Все это мы смешиваем. И обмазываем наши тушки скумбрии со всех сторон. Берем чесночок и обкладываем нашу скумбрию. Отправляем в холодильник на 2-3 часа. Обязательно меняйте стороны через каждые полчаса. Вот так. Чтобы оно хорошо пропиталось. Прошло 3 часа. Скумбрия наша просолилась хорошо. И можно теперь ее отдельно в мешочек сложить и положить в морозильную камеру. Потом можно ее доставать, резать и кушать на следующие сутки. Достали. С морозилки. Очень вкусно пахнет, бесподобно запах такой идет. Запах очень вкусный, приятный аромат такой идет от рыбки. Скумбрия наша готова и можно подавать к столу. Смотрите, какая она аппетитная, очень ароматная, запах такой идет вкусный. Очень хорошая рыбка. Так что готовьте на здоровье. Приятного всем аппетита!